Приветствую всех на канале «Моя домашняя кухня». Буду готовить картофельные драники по новому рецепту. Он внесет разнообразие в привычное блюдо и, возможно, станет одним из ваших любимых. Очищенный сырой картофель трем на крупной терке. Сок отжимаем. Картофеля беру 1 кг. Чистим 2 средние луковицы и также трем на терке. Не забудьте набрать в рот воды или взять жевательную резинку, чтобы избежать горьких луковых слез. Можно измельчить лук блендером. Берем по 200 граммов твердого сыра и любой ветчины, у меня куриная, трем на терке. Несколько веточек свежего укропа мелко нарезаем. Перекладываем все ингредиенты в одну большую емкость. Вбиваем 2 яйца, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. У меня получилось приблизительно 1 чайная ложка без горки соли и половина чайной ложки без горки перца. Все ингредиенты хорошо перемешиваем. На раскаленную сковородку вливаем растительное масло. Выкладываем приготовленную массу в форме оладушек. Жарим на среднем огне пару минут. Когда появится золотистая корочка, переворачиваем драники. Накрываем сковороду крышкой. Через 2-3 минуты сбавляем огонь и готовим еще 5 минут. Таким образом, нужно пожарить все драники. При необходимости добавляем растительное масло. Готовые драники подаем обязательно со сметаной. Это очень вкусно. Ваши близкие обязательно попросят вас приготовить драники с ветчиной и сыром еще раз. Приятного аппетита! Напишите свой отзыв на рецепт в комментариях. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. И, конечно, подписывайтесь на мою домашнюю кухню, чтобы не пропустить новые видео.